Привет, привет, ребят, всем, кто только пришел, привет. Итак, ну что ж, продолжаем дальше проходить Мики. Впереди у нее Б-ранг. В прошлый раз она заговорила с Шикой. Они, ну, вроде бы что-то подружились. Мики попросила, если можно, побольше с ней общаться, для того, чтобы... Для того, чтобы узнать... Шику поближе, узнать ее подход к работе и, собственно, тем самым узнать что-то новое, научиться для себя. Итак. Итак, Б ранг. Соло квинтет. 84к. А, ну у нас тут три песни. Да, я что-то смотрю как-то. Да, забыл, что там X3 написано же. Ну что ж, три песни. Ребят, свои предложения для квинтета песни я пока что зайду и прокачаю немного навыки. Ребят, я сказал на 5, а не на 3. Ну ладно. Давайте начнем сначала. Ну, 99 вообще можно брать. Много чего хочу взять, если честно. Возьму Хани Хартбит, она что-то какая-то редко у нас бывает. Так, что там с костюмами? Любые подходят или нет? Вроде бы нет, не любые. К сожалению. Так. Вот этот. О. Ух, блин. У этих костюмов раскраска топишь просто. И они вообще тоже смотрятся шикарно. Энтузиазм на полный. На полный. Говорит Мики. Хотя Харукита можно перевести как энтузиазм или как еще есть второе значение, как возбуждение или как ее на русском. Возбуждение в смысле не то самое, а другое.
Так, тут все норм, все норм. Ну что ж, настало время бросить вызов этому вызову, что сделает меня Major Idol. Продюсер, если я смогу успешно все сделать, могу я вас попросить об одолжении? Об одолжении? Какое? Ну, я хочу сделать фотографию на память, как, на котором будет, собственно, Микки одета как идол и продюсер Сан Фы. Но зачем тебе это? Потому что Микки этого хочет. Есть и что-то насчет того, что она будет стараться сильнее, если будет знать, что с близким человеком ее ожидает вот такая награда маленькая, того, наверное. До конца понятно? Хорошо, понял. Но в любом случае это будет довольно сложным вызовом для тебя. Но я абсолютно уверен, что ты сможешь добиться успеха. Она что попросит на стол стейдж от продюсера? Я даже боюсь представить, с родителями познакомить.
Готово. Неплохо. 132к. И Б-ранг. Окей. Продюсер, Микки это сделала, она стала Major Idol. Ну что, теперь вы сдержите обещание, и мы сфотографируемся? Вы ведь не забыли, да? Так, конечно, но после того, как закончишь и с Бисом. А насчет фотографий, как, где ты хочешь ее сделать? Ну, короче, после того, как я хочу сделать эту фотографию и отправить ее Шикой, как я понял. Я хочу, чтобы ты... ну... Что-то насчет поздравления. Короче, она хочет эту фотографию сделать в память о том, что она смогла повыситься так сильно по ранку вверх. Ну и, собственно... получить поздравление от кого-то еще. Скорее всего, она хочет его запостить в Инстаграм местный. Но это не точно. Хорошо. Но в любом случае, фотография должна оставаться только в привате. Скажем так. Ладно. Насчет там послать фотографии, короче, постарайся, Микки. Никакого Инстаграма. Готово.
все как всегда. Ну что ж. Успел. Короче, Мити успешно смогла пройти этот вызов и стать Major Idol, собственно. И... Ну, что-то насчет того, стремиться к уровню Шика. Ну, тем не менее, даже несмотря на то, что она стала более известной Митлом, подниматься вверх есть еще куда. И спустя какое-то время на какой-то работе совместной с Шика, короче, там какая-то музыкальная программа, что-то подобное. На MTV, короче. Итак, пройдись, ну что ж, Мики пошла. Шика, я тебе не проиграю сегодня. Так. Да, Мики, у тебя действительно сегодня будет достойный соперник. Так что, Шика, я рассчитываю на тебя. Мы обязательно оживим эту программу вдвоем. Ну да, потом надо поработать с тобой приватно, Шика. Блин, шикарно. Вот ради этого стоило. Проходи сюжетку, Мики. Эй, продюсер, а чё вы такой радостный-то говорите такие слова, Шики, а? Продюсер! Вы же продюсер Мики, а не ее! Мики ва хитори но таме де, Шика ва минна но таме дешо? Хитори но таме даттара, Мики ва ичиман нан докара! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так... Истерику закатила, так сейчас... Ага... Ну, что-то насчет того, что, типа, вы лишь принадлежите Мики, а у Шика и так есть все остальные. Хз, про кого она? Все остальные, потому что нет, на самом деле никого нету. Так что вы должны лишь Мики желать, ну, типа, постараться. Извини, само собой, Мики, я тебя больше всего поддерживаю, потому что ты мой идол, как бы, это несомненно. Это очевидно, извини. Так, ну, в любом случае, короче, Мики, постарайся. Да, только смотрите. Я вернусь с большим успехом. И что-то насчет того, что типа какой-то сувенирчик возьмет домой. Ну, скорее всего, что-то она еще хочет. Я не знаю, что это такое, ладно. Там просто написано сувенирчик взять домой. Или обратно. Все. Ну ладно. Вперед, Шика. Так. И они двое побежали. Хоть Мики, скажем так, имеет свои тараканы в голове, но надеюсь, что все хорошо пойдет у них. Нашел. Итак, дальше у нас там Мики и Шика. Так.
Сейчас, секунду. Так, сейчас я проверю. Не помню, как переводится слово. Благодетель. Что-то не состыкуется с фразой. Так, ладно, давайте посмотрим следующее. Это довольно странно, но ладно. Хотя... Что-то насчет того, что, типа, спрашивают какой-то вопрос про... поддержки, типа, со стороны кого-то, какой-то человек, типа, который поддерживает вас, есть ли такой, и, типа, чем он вам именно помогает. Микки говорит, что, типа, ну, да, Микки очень сильно это помогает в ее активностях как идолов. Говорит Шика, что ну да, у меня тоже что-то типа подобное есть, но думаю, что это немного отличается от обычного понимания и того, чего вы ожидаете. Да, тяжело себе представить, что это немного у тебя скорее отличие. Нет. Тяжело себе представить, что люди, которые тебя поддерживают немного по-другому, чем обычно это делается. Но, может, ты расскажешь нам, что, как это происходит? Ну, ребят, если вы забыли, у Шики нету продюсера, и есть только отец, который президент. Ну и, собственно, он поддержит ее по-своему, и, скорее всего, имеется и в этом в виду. То, что он довольно жесткий. Наверное, ремнем ее. Короче, говорит, что для меня как бы самая главная поддержка исходит от моих фанатов. Само собой, как бы, есть и дедушка, и бабушка, и все остальные. Однако улыбка людей, которые появляются у них, ну, бывая на мои выступления, их доброта и так далее, очень сильно помогает мне, и я хочу отплатить им. Поэтому я бы сказала, что для меня этот особый человек — это фанаты. Понятно. Ну и ладно, я думал изначально, что она будет про отца, про то, что он, типа, немного по-другому жестко, типа, обращаясь, но оказывается, вообще кардинально другое. Как бы у Микки, понятно, продюсер. А вот у Шика... фанаты. Ну... понятно, вот оно как, интересное. Ответ. Шика. Для тебя не один человек, а все все люди. И программа закончилась. Микки, что случилось? Почему ты выглядишь такой грёмой?
キ、シーカとは見てるものが違うだけって思ってたの。ミキ。Ну, знаете, Микки тут задумалась об увиденном, увиденной разнице с Шикой. Шика в Тори умитете. Шика ва минна умитете. Демо Шика ва минна но саки ни хитори мо чанто умитете. Ну, у Микки один способ на это все смотреть. Как бы один человек, который считает самым важным в ее поддержке. А вот у Шики не один человек, а вообще все, как бы все фанаты. Микки думает, что скорее всего в этом причина, почему она. Она говорит о себе в третьем лице, а мне постоянно так быстро, на лету хочется подправлять под... Короче, хочется подправлять. Я говорю слова от первого, как привык. Короче, Микки думает, что никогда не сможет догнать ее именно из-за вот этой разницы. Продюсер Шика но продюсер даттара. Шика но хоуга ёрокубасе рареру то умоу кара. И если бы у Шики была бы поддержка продюсера, как есть, собственно, у меня, то тогда, конечно же, это было бы совсем другое дело. Однако, Микки? Микки, кизуйта но. Микки ва Шика то чигаун джанакте, тада чисай даке. Дакара... Дакара коэ накя! Минна но ичибан ни наре накя, тайсецна хито но ичибан ни мо наре най! Соре га... Айдоль нан да не! Поэтому Микки... Микки, короче, поняла, что ей нужно пересмотреть свои взгляды. И изменив что-то в себе, изменив вот этот взгляд на окружающий мир, тогда Микки и сможет действительно выложиться на все 100. Не может быть, чтобы было для нее лишь один важный человек. Как идол, Микки должна думать... Ну, собственно, я о своих фанатах, обо всех. Микки. Что-то насчет там важного. Мне коннани токи-токи штеру. Конна кимочи умарете хажимете. Там было что-то насчет твоего важного человека. Он спросил продюсера, он говорит, что... Ну да, он, конечно же, есть. Не знаю, почему вот сейчас прям на минутку у меня в груди сердце начало так сильно биться. Знаете, у меня такое чувство впервые. Продюсер, чутко саватте мите. Коно токи-токи, иссё ни канжите. Продюсер, вот, прикоснитесь. Почувствуйте... вот это сердцебиение мое. Прикоснуться к твоей груди, Микки. Хорошо, ладно, никаких проблем. Я сейчас оч... Нет, не совсем туда, вы слишком вниз, как бы нужно было немного выше. Вот теперь сердце у Микки бьется еще сильнее. Что вы сделали? Так, ну прости, да, ну как бы твое сердце как раз же, ну, более-менее там, возле груди, извини. Так. А...
Я быстро, как бы, ладонь, короче, поставил чуть выше и почувствовал пульс сердцебиения Микки через ладонь свою. Вот такое биение Микки ощущает впервые. Что насчет того, что это не нужно забыть? И, скорее всего, я никогда не ощущал нечто подобное, потому что Микки всегда спала, что ли. И вот только сейчас она наконец-то проснулась. Да уж, да, чувства, конечно, тебя действительно переполняют прекрасные. Но это, скорее всего, означает, что ты наконец-то становишься настоящим идолом, который... Ну, настоящий идол. Микки! Относится к этому действительно серьезнее, а не легкомысленно, как раньше. Да. Микки действительно хочет стать достойным идолом. Ради себя, ради Микки, ради всех. И, конечно же, самое важное, ради вас, продюсер. Это сердцебиение Микки действительно означает большой шаг вперед для нее. Микки выглядит такой прекрасной, невинной, как будто сейчас стала совершенно другим человеком. Да, ничего так сюжетка у Микки. Блин, ну ж... Была бы нормальная пауза, я бы смог бы лучше. Ладно, что поделаешь. Ну, собственно, вот такие дела. Дальше надо качаться немного. Да-да-да. Да нет, сцена ревности в начале ивента была, конечно, просто шикарно. Ну и знаете, вот... Вот этот разговор на этой передаче у Шики и у Микки, как бы... Действительно, в этом что-то есть. Как бы... Важно каким-то делом заниматься, само собой. В первую очередь, потому что ты этого хочешь для себя. Но именно благодаря поддержке людей, которые тебя поддерживают, собственно, в этом деле, помогает тебе действительно стремиться выше, стремиться к большему, не только ради себя уже, а и ради всех остальных, для того, чтобы, по сути, это и тебе приносит удовольствие, делиться им с другим. Ну, по сути, как и вот у меня на стримах то же самое. Как бы, если бы не вы, если бы не ваша поддержка, если бы не все, что происходит благодаря вам, то, ну, я бы постримил какое-то время, потом бросил бы это давно. И занимался, не знаю, чем-нибудь другим. Играл сейчас в Идолмастере сам для себя. Как бы, само собой, понятно, что в какой-то момент в жизни мне придется, как бы, закончить это дело, как бы это в любой подобной работе, как наши идолы, в какой-то момент они перестанут быть идолом и пойдут заниматься уже другими вещами. Или пойдут дальше там, не знаю, или в сею, или в актеры, или в певцы, или еще во что-то.
Да, само собой, я тоже стримить всю жизнь-то не буду. Я все-таки, блин, стоматолог вообще по профессии. Как бы сейчас-то я, окей, еще молодой, еще время есть для этого. Чуть позже, когда открою свою клинику, уже... Увы, ребят, мне не до стримов будет. Но это не скоро. Это не скоро. Так, ладно, погнали, прокачаемся. Так, ГГ Шейк, большое тебе спасибо за поддержку. На что-нибудь или сам решай? Хоть раз в неделю. Ну, как бы, я не знаю, ребят. Я не могу сказать точно. Все зависит, само собой, еще и от вас. Как бы, если вы будете, то, само собой, я буду хотя бы раз в неделю, или когда будут выходные. Но, как бы, ну окей, ребят, до этого еще далеко, очень далеко, очень далеко. Я только заканчиваю у себя, скажем так, эту... Как на русском? Ну, короче... быть этим ассистентом, практиковаться и так далее. Я только вот это заканчиваю, сейчас начну уже нормально работать. Так как у меня нету, скажем так, как у некоторых вот моих знакомых, там у них вся семья как бы работает этим делом, как бы. Батя у них тоже дантист, собственно. У них уже есть клиника, и у них уже обеспечено место работы. Мне нужно самому все это создавать. Так что это не так легко. Стажировка была. Итак, ладно. Поговорили о жизни. Возвращаемся к нашим тянкам. Лунар, да, да. Так, 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 так. Ну что ж, вперед тогда качаться к следующему рангу. Так. Вот тут, собственно, тут выступление. На 5 погнали и пройдем. Почему бы и нет? И возьмем песню Рамона. Ну, вперед! Красотень. Ладно, вперед.
44К, неплохо. Ну что ж, на бис. Сцена не подходит под песни, костюмы, само собой, но... Увы. Можно было Эрмастер тут брать. Так, хорош. Захоз, мне кажется, что вопрос не совсем будет правильнее. Как бы, если ты заметил, у меня Такана топ-вайфу в этой игре. Так, еще 65К. О, Хебики занялась чем-то полезным. Ну, наконец-то. Не, Салар, спасибо, не хочу. Итак, погнали дальше. И пойдем. Так, кстати, проверю игровой магаз. Так, что у нас тут новенького? 80К.
Почему он стоит 30к? Что-то дороговато. Ничего такого особенного. На полную. Итак. Костюмы. А почему бы и нет? Верно? Есть? Да, есть. Что, не видел? Весь сет. Ну, кроме костюма еще подходящего, и он еще не открыт. Если он, конечно, есть. Ну, по идее, есть, я там видел один. Должен быть. Так. Ну что ж, вперед! Кому кошечек?
Я понимаю, экстрим плеер. Ну что ж, набис. Неплохо. Плохая раскраска. Че, ребят? Все хорошо вроде. Понятно. Так, пора выходной устраивать. А то они что-то все устали. Блин, этот костюм прямо Микки прекрасно подходит, эта раскраска. Вот он. Блин, неплохо. Итак, выходной. И что у нас тут сегодня? А, окей. Пошли в храм. И нам выпала неудача. Да.
Тир, он уже есть. Опа. Ну что ж, днюха у Мики. Ну окей. Мы пойдем дальше. Итак, следующий ивент. 45к. Так. Так, ладно. От кошечек. Так, с от кошечки. Надо бы его создать в другом разделе, чтобы сохранить. Так, теперь у нас тут и предметы нужные. Надо пойти бусту взять, чтобы точно затащить. Ну, Тир, идей-то есть, но... Надо найти человека, который делает это дело. Ну, я говорил, как бы, нам не хватает, ну, танцующего смайлика, там, Мику завести танцующего. Типа того. Учитывая, что... ГГ-смайлы свои идут отдельно, каналы идут отдельно, то... Думаю, как раз можно. Белка-то не у всех танцует. Как бы у меня уже есть там сделанный, но он кривой вообще ни о чем-то. Это позорище. Даже показывать только о чем. Так, Deep Idol. Так, погнали на уроки бурста. Итак. Микки, соко. We'll be right back.
プロデューサーさん、おはようございます。今月のトレンド情報が来ましたよ。それじゃあ発表しちゃいますね。今月のトレンドはこちらです。今月も張り切っていきましょう。Вообще-то я там могу пройти сейчас на изи. Ну ладно, турниром займемся потом, как я уже говорил. Сначала сконцентрируюсь сейчас на прохождении сюжета, все это дело потом. В лес не убежит. Да, вперед. Так, что бы замутить? Есть, все нормально. Ну, окей. Ну что ж, погнали, давайте возьмем топчик. Путы. А, нет, не возьмем топчик. Я костюмы попутал. И все. Ну, тогда возьмем. Thank you.
Классно. Хорошая песенка. Давайте на бис. Хорош. Опа. Так, по идее мы сейчас должны открыть следующий ранг. По идее. Два косаря. Два сраных косаря. И 81 камень до следующего ранга продюсера. То есть до 20-го. То есть до максимального. Если их тут не больше, конечно же. Обычно до 20 всегда было. Пип-бой, она нормальная, я разрешаю. Точка. Итак. Блин, жаль, что ивенты, где их можно побегать заставить, нету. Я бы отправил бы их. О! Эйджибун, рестарт откроем. Вперед. Да, вот еще одна песня. Но где Хэппи? И как уметь Дэшо? Где они? Мне они нужны. Так, нет, стоп.
Хотя нет, давайте сначала костюм, потом вести. Так, вот этот, и вот этот, и вот этот. Не, ну... Ну да, можно это тоже. Ну, ребят, ну, как вам? Вроде бы неплохо, как по мне. Хорошо сидит. Thank you.
Красивая поляна. Никого тут нет. Привет, привет. Так, ну, все, песня есть. Ну и, собственно, все. Открыт А-ранг. Да есть, есть там. Много кто есть. Окари, Ми-чан! И ранг А. Ну что ж, ну значит дальше. Продюсер, спасибо за работу на этой неделе. Ну что, на сегодня все? На пока что все. Пока. До следующей недели. Ну что ж, ладно, тогда на следующей неделе будем качать Микина А-ранг игровой недели.